Мам, а что это за штука у меня над головой? Не трогай ее, Вероника, она вернет тебя в прошлое. Не прикасайся к ней, ясно? Вероника, что я тебе только что сказала? Мам, ну когда я уже смогу воспользоваться этой способностью? Дочь, ты еще слишком молода. Воспользуйся этой возможностью, когда это будет действительно необходимо. Ника, ты что, до сих пор не вернулась в прошлое? Я не собираюсь тратить свою возможность на какую-то ерунду, в отличие от вас. Хм, вообще-то я вернулась в прошлое, чтобы съесть свое любимое мороженое еще раз. Это не ерунда. Да, моя мама бы не позволила мне такого сделать. Мам, ты очень плохо выглядишь, все хорошо? Да, я в порядке, доченька, не переживай. Тогда я в школу, до вечера. Успокойся, Ника, с ней все будет нормально. Не берет, может, спать легла? Ё-моё, мама... О, ну наконец-то! Алло, мам! Нам очень жаль, ваша мать скончалась, приезжайте. Что?